можем увидеть настоящего Акинатора в жизни! Вы только посмотрите на это же адский Акинатор! Это же реально Акинатор, это реально он, господи, Суприт-банда! Пожалуйста, ищи! Чё твори про меня зовут Джардио, если просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприт-банде! Самый лучший батя на ютубе, ведь перед ребят Суприт-банда будет на теме! То не с нами, тот под нами! А я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами! И что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприт-банде! Самый сильный батя на ютубе бандит! И банда сегодня у нас просто жесткое видео, потому что Суприт-банда, я купил Дарнете лампу Джина! И необычного Джина банды Акинатора! Вы только вдумайтесь в это, банда! И посмотрите на это же реально жестко выглядит! Настоящая лампа Джина, как говорил записание к этому лоту в Даркнете! И я ее купил, банда, за $1000! И посмотрите, банда, сверху она запечатана таким же самым воском, как и дебук коробка! Это просто жесть, Суприт-банда, получается, что здесь запечатанный Джин! И его выпустить можем только мы, или же просто вот так вот потереть лампу и все, Джин выпустится! Тем не менее, банда, несмотря на то, что у нас здесь лампа с Акинатором, как говорилось в описании, я слабо верю, что там Акинатор, у нас еще есть одна легенда, что Акинатор в 3 часа ночи превращается в какого-то ненормальное, и из обычного безобидного приложения превращается в адского Акинатора. Это просто жесть, Суприт-банда, сегодня мы это проверим, потому что, как говорится, банда, в адского Акинатора превращается в 3 часа ночи. И мы сегодня, банда, это обязательно должны проверить, если в 3 часа ночи проверяем Акинатора. Тем не менее, банди, давай на это видео наберем 10 тысяч лайков. Ведь, Суприт-банда, мы самые сильные банды на ютубе, значит, что правильно. У нас должно быть самое большое количество лайков. Ты что, бандит, подтверждай на статус самой сильной банды на ютубе, опускайся ниже и ставь свой царский лайк. А мы ждем 3 часа ночи, погнали, бандит! Окей, банда, это реально жестко. Мы сейчас реально будем общаться с адским Акинатором. И тем не менее, банди, если на это видео будет 10 тысяч лайков, то я возьму и сделаю куклу Вуду на самом настоящем Акинатора. Тем более, учитывая то, что у нас еще есть даже лампа Акинатора. Вы просто посмотрите на это, Суприт-банда, это же реально жесть. Как говорится, нужно вот так вот потереть. И все, банда, мы просто вот так вот можем выпустить Акинатора. Не знаю, сколько это правда, но проверять я пока что этого не хочу. Поэтому, банди, сначала мы проверим интернет-легенду, или правда Акинатор в 3 часа ночи превращается в странного чувака. Как видите, на часах 2:56. Получается, если я сейчас начну с ним общаться, то в 3 часа ночью он должен превратиться в ненормального. И банда, я еще хочу заснять этот момент, когда он превращается в ненормального Акинатора. Вдруг мы увидим самое настоящее переплощение монстров, демона. И что ж, если вдруг ты не знаешь, что такое Акинатор, то Акинатор — это бот, который угадывает человека, которого ты загадал у себя в голове. Что практически невозможно, потому что этот шип все знает. И банда, сейчас мы проверим, насколько Акинатор умен, насколько он всех знает. А знаете, кого, банда, я загадаю? Себя. Посмотрим, что с этого получится. Окей, банда, я запустил обычного Акинатора. Что ж, смотрим, что будет дальше. Окей, первый вопрос. У вашего персонажа человеческая голова? Ну, это обычный вопрос по стандарту, конечно же, у меня обычная голова. Окей, Суприт-банда, мы выберем ответ «Да». Надеюсь, все будет нормально. Так, следующий вопрос, банда. Ваш персонаж прославится благодаря мистике? Ну, по сути, да, банда, я снимаю мистическое видео, получается, что да, банда, это я. Окей, здесь тоже мы выбираем «Да». Так, следующий вопрос. Ваш персонаж связан с куклами Вуду? Погодите, получается, Акинатор реально знает все, потому что он сразу же моментально начал задавать вопросы обо мне. А я только вам сказал, что я буду загадывать себя. Окей, ваш персонаж связан с куклами Вуду? Да, банда, это так. Я реально делаю очень много кукол Вуду, и банда, вы знаете, если на это видео будет 10 тысяч лайков, то я сделаю куклу Вуду на Акинатора. Ваш персонаж состоит в банде? Да, Суприт-банда. Мы с вами знаем, что у нас самая сильная группировка на ютубе. Окей, выбираем да. Черт, это просто жесть, мне все еще в это не верится. Посмотрите, что происходит. Что? Вы это видели, Суприт-банда? Вы это видите, что происходит вообще? О, господи, это просто жесть. Вы видели, банда? Мы только что сняли превращение Акинатора в адского Акинатора. Это просто жесть. Рип Акинатор. Окей, что у нас здесь за первый вопрос? Номер вопроса 666, это просто жесть. Ваш персонаж любит кровь, вот его первый вопрос. Господи, мы реально только что сняли адского Акинатора, его превращение. И вы только посмотрите, он двигается по всему экрану, это просто жесть. О, господи, вы это видите, Суприт-банда, адский Акинатор. Окей, первый вопрос, ваш персонаж любит кровь? Нет. Ваш персонаж убивал кого-то? Что за странные вопросы этого Акинатора? Конечно же, нет. Легенда правдивая. Акинатор в 3 часа ночи становится каким-то ненормальным. А я знаю, что у вас персонаж убийца. Что? В смысле, Суприт-банда? Банда, как это вообще понимать? Что он вообще говорит, вы это видите? А я знаю, что у вас персонаж убийца. Нет! У вас персонаж хочет вас убить. То? В смысле? Погодите, банда, я загадал себя. Как это я могу сам себя убить? Что вообще за бред, если это Акинатор? Окей, я выбираю все же нет. Буду здесь на все отвечать нет, банда, похоже, что это Акинатор сошел с ума. Он реально какой-то адский ненормальный. Я выбираю нет, банда. Это просто жесть. Что? Он написал «хочет»? В смысле, он оставил только «хочет» на своей надписи? Это просто жесть, Суприт-банда! Я и подумать не мог, что Акинатор будет насколько адским, насколько ненормальным. Он реально 30 ночи превратился в какого-то адского Акинатора. Черт, получается, легенда рабочая. Окей, все же буду отвечать «нет», у него реально очень странные вопросы. Ваш персонаж убил свою девушку. Да что у него за странные вопросы? И вы посмотрите, банда, как же он хаотически двигается, это просто жесть. Нет, я не убивал свою девушку, Амелия сама это сделала. Вы знаете об моей истории с Амелией. Ваш персонаж чел мясо человека. Да что у него за такие вопросы?
банда! Мне уже страшно, посмотрите! Меня даже потрушивает немного от этого Акинатора! Ваш персонаж убил собаку! Нет, Хэнк умер сам! Он сам убежал из дома, я думаю, что это тот фермер его убил! Вы слышали его историю, супербанда! Этот Акинатор реально знает все, нет! Не ври, ты убил собаку, я знаю все, что! В смысле? О чем вообще говорит этот Акинатор, банда? Не ври, ты убил собаку, я знаю все, это полнейший бред, банда! Хэнк убежал сам, нет! Ваш персонаж входит в состав иллюминатов, супербанда! Я вхожу в состав иллюминатов, вы видели то видео, где я переписывался с иллюминатом и договаривался с ними, чтобы я вошел в их состав. И они согласились. Это доски Акинатор реально знает все обо мне. Ваш персонаж поклоняется дьяволу. Нет, правда, ни за что. Что? Посмотрите. Здесь все надписи да-да-да-да-да. Нету, нет. Я не знаю, я не буду ничего выбирать. Блин, он не пропадает, я выберу да, окей, да, давай. Правильно, ты должен служить нашему царю. Да что за бред? Я не служу дьяволу, это полнейшая ерунда. Ваш персонаж лицемер, не... Нет. Банда, здесь нету варианта, нет, вы это видите? Он просто пропал, и что мне делать? Черт, я не знаю. Окей, выбираю вариант, скорее нет, не совсем. Получается, адская Акинатор считает меня лицемером. Это очень странно, супербанда, мне реально этого не по себе. Может быть, ваш персонаж это вы? Да, банда, он все-таки угадывает меня. Да, ведь это я вначале загадал себя, банда, я нажимаю на да. Тогда вы меня обманываете, ваш персонаж убийца лицемер. Что, банда, я не убийца, не лицемер, о чем он вообще говорит? Посмотрите, он что-то делает. Ясно, это Сергеонис, банда, он меня угадал! О, черт! Ну почему он не считает лицемером и убийцей? Я же никого не убивал и никого не обманывал! И посмотрите, банда, здесь вместо вкладки на Зодфат! Черт! Это реально странный Акинатор, супербанда! Господи! Посмотрите! Посмотрите, что он показывает! Выпусти меня, и я выполню 3 твоих желания! Что? Он знает, что у меня лампа Джина! Он знает, что у меня лампа Акинатора, банда! Это не бот, банда, это реально чудовище! Адский Акинатор реально знает все! Он даже знает, что он сейчас у меня на столе! Получается, банда, что он задает эти вопросы с моего стола! Это просто жесть, банда! Окей, теперь осталось только одно, не знаю, это будет правильно, он сейчас на часах 3 часа ночи! Пришло время, банда, выпускать Акинатора с его лампы! Это просто жесть, банда, я не очень хочу это делать, но мне реально нужно это сделать! Мне реально я купил лампу Акинатора в Даркнете! Окей, банда, мне реально от этого сегодня по себе. Потому что мы реально только что общались с адским Акинатором, думать из мета. Адский Акинатор только что общался со мной. И он знает, что он у меня есть, банда, в этой лампе. Получается, он и сейчас там адский. Я не знаю, банда, мне реально стрёмно его выпускать, потому что я сам дома. Нази за мной нету, мне придется самому бороться с этим адским Акинатором. Но, супрем, банда, мы сейчас стрём вот так вот лампы. И, возможно, мы просто загадаем 3 желания. Потому что Акинатор нам обещал, что он выполнит наши 3 желания. Тем более, мы же не полностью его выпускаем, мы же не убираем вот этот воск. Черт, окей. Раз, два, три. Я выпускаю Акинатора, банда. О, черт, супербанда! Вы это видите? О, господи! Это что, Акинатор, банда? Вы это видите? Это просто жесть! Что это за дым? О, господи, окей. Акинатор, я хочу, чтобы ты перестал быть адским. Это первое мое желание. Окей, банда должен полностью назад. Это просто жесть. Вы это видели? Акинатор пропал. Получается, как только я загнал ему желание, я хочу, чтобы он перестал быть адским, а нормальным Акинатором, хорошим джином. Он сразу же пропал. Окей, банда, давайте за ним Акинатора посмотрим, что будет. Нет, банда, он все еще такой ненормальный. Посмотрите, он все еще в темной одежде, все еще такой странный. Окей, нам остается только одно, супербанда. Мы должны выпустить отсюда Акинатор в этот джина. Получается, мы должны отереть весь этот воск и открыть крышку. И тогда, возможно, мы увидим самого настоящего Акинатора в реальной жизни. Только вдумайтесь в это. Мы можем увидеть настоящего Акинатора в жизни. Окей, банда, я должен это сделать, что сейчас возьму, отеру весь этот воск. И мы, возможно, сейчас выпустим Акинатора. Что, встретимся с вами через секунду. Окей, банда, пришло время выпускать Акинатора. Я не знаю, что у нас получится этого, банда. Потому что если Акинатор будет зол, что потом будет? Он будет ходить по моему дому, у меня будут огромные проблемы. Эй, Акинатор, ты там? Интересно, а что будет, если я опять потерю лампу? Окей, банда, давайте это проверим. Я тру лампу, супербанда. Ничего не происходит, посмотрите, я реально тру лампу. Он просто не выходит. Окей, банда, тем не менее, сейчас я отеру весь этот воск. И мы вас сейчас выпустим Акинатор и увидим, как же выглядит Акинатор в реальной жизни. Это просто жесть. Потому что, банда, то, что я видел, как Акинатор выглядит в приложении, особенно в 3 часа ночи, это реально страшно. Окей, банда, пришло время выпускать Акинатора. Давайте я сначала деру весь воск, а потом посмотрим, что у нас будет. Окей, супри, банда, встретимся через пару минут. Окей, банда, это просто жесть. Посмотрите на мою руку. Я оттер немного воска. Его уже не так много. Тем не менее, банда, сейчас, если я подниму эту крышку, то я выпущу Акинатора. Окей, супри, банда, еще 3 я выпущу Акинатора. Раз, два, черт, 3. Я убираю крышку, супри, банда. О, черт. А, здесь это пристало еще. Я убрал крышку. Что у нас здесь?
Здесь ничего нету, банда. Вы это видите? Здесь полностью пустая лампа. Банда, но где Акинатор? Здесь же был дым, банда. Черт, супрепода, не знаю, где Акинатор. А что, если я его уже выпустил? Но здесь нигде нету ничего. Банда, я же перед вами тер лампу, и вы видели, здесь был Акинатор. А теперь здесь его нигде нету. Посмотрите, здесь реально нигде нету Акинатора. Здесь просто полностью пусто. Эй, Акинатор, ты где? А что, если я его уже выпустил? Что, если он невидимый? Хотя, погодите, дым же был. Он реально выходил, я же его увидел, и вы его видели. Мне реально от этого всего страшно, банда. Эй, черт побери, где же он? Окей, банда, я реально без понятия, где сейчас Акинатор. Вы видели, его в лампе не было. Получается, он вышел уже, только вот он невидимый. Черт, я что-то там слышал. С учетом того, что я еще и сам думаю, мне очень страшно. Господи, надеюсь, там никого нету. Акинатор! Там темно, света нету. Эй. Приветствуй меня, несчастная людишка. Я самый могучий джин-Акинатор. Поэтому давай кланяйся мне, вставай на колени. Нет! Вы слышали, что он мне только что сказал? Это просто жесть, супрепанда! Там настоящий Акинатор, настоящий джин, вы это слышали? Господи, это просто жесть! Черт, супрепанда, вы слышали, что сказал Акинатор? Это просто жесть! Господи, а где лампа? Она же была здесь, супрепанда! Что вообще происходит? Мы реально только что призвали настоящего Акинатора! У нас реально был в руках настоящий Акинатор, думать это только супрепанда! И он все еще остался адским, он не выполнил мое желание! Но он сказал, что у меня есть два желания, которые я могу выполнить! Господи, он что, вышел? Я его только что слышал, супрепанда! Эй, Акинатор, это ты или нет? Господи, это просто жесть! Господи, пожалуйста, Акинатор, если это ты, то выполни одно мое желание! Не убивай меня! Господи, а что, если это реально Акинатор? Господи, супрепанда, вы это видите? Это же реально Акинатор, это реально он! Господи, супрепанда! Акинатор, выполни еще одно мое желание! Пожалуйста, исчезни раз и навсегда! Господи, это реально жесть, банда! Мне все еще это не верится! Как же это страшно выглядит! Акинатор, самый великий джин, выполнил три твоих желания. Теперь я свободен. Я верну свою лампу, но только попробуй меня призвать, и я тебя убью по щелчку пальца. А так пока что радуйся. Ты победил самого великого джина. Ты слишком хитрен. Никто не был таким, как ты. Тем не менее, прощай. Раз и навсегда. Я Акинатор, самый великий джин! О, господи, супрепанда, это просто жесть, вы это видели? Я только что реально выпустил Акинатора. Он был здесь. Эй, Акинатор, ты там? Нет, не хочу проверять, он сам мне сказал, чтобы я больше этого не делал. Иначе, банда, выслушал, он меня просто убьет пластинку пальца. Это просто жесть, супрепанда. Тем не менее, банда, эту лампу нужно куда-то спрятать, чтобы больше никто не выпускал никогда Акинатора из нее. Это просто жесть, он реально там живет. Подумай только в это, супрепанда, я реально загадал три желания Акинатору, настоящему джину. Это просто жесть, и я очень рад, что он просто уже. Я не хочу ни богатства, ничего, мне хватит того, что он просто меня не убил. Потому что этот Акинатор, это реально ужас. О, черт, банда, нужно реально эту лампу куда-то спрятать, чтобы ее никто никогда не открыл. Черт, я его не буду призывать, я просто посмотрю, ли он там. Нет, супрепанда, ничего нету. Здесь пусто. Но если я потру лампу, то я выпущу Акинатора. А, черт, супрепанда, это реально жестко. Мне все еще это все не верится. Тем не менее, бандит, вот комменты с прошлого видео, господи. Углядись, какие они шикарные, просто делаешь комментарии. А, бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, то всего лишь тебе нужно это опустить за ниже назад на свой лайк, колокольчик и все, бро. Ты уже сейчас видео, вот так вот просто кипят ко мне в видео, лайк, колокольчик, комменты уже сейчас видео и бро. Не забывай, оставайся такими шикарными. Пока!